Мы приветствуем вас на нашем канале Фирс Вячеслав. Хотим вам показать посылку, которая пришла сейчас из Китая. Написано, что финляндской почты. Пришло это из Китая простым письмом. Короче, это самый дешевый вид доставки. Вот такая вот штука. Две. А там написано было 5. Да? Ну, не помню. 100 с чем-то рублей. По-моему, там 5 было написано. Китаец прислал 2. Нас обманул. Это такая штука. Что ей делать? А вот у нее это веревочка, леска такая тоненькая. Интересно. Глаза у нее дергаются. И вот так вот им играть надо. Вот так вот им водить, играть, как там ползать. А, наверное, это значит, что леску-то не видно, а он ползет. Все будут думать, как это он так ползет, раз леску не видно. Мохнатый шмель, душистый хмель. Ладно, короче, это игрушка. Заказывали, чтобы поиграть маленьким детям в подарок. Ну, что-то я не понимаю смысла в ней никакого вообще. И эффект. Мы думали, что она будет казаться живой. Что-то мне не кажется, что она живая. Как бы я ее не гнул, но все равно видно, что она какая-то такая. Ладно, всем пока.